Всем привет, с вами Precious, и в этом видео я расскажу о событии, в котором кроме камней истока и прочей награды, вы сможете получить новый музыкальный инструмент. Называется оно «Слушая звуки мира». Этот ивент продлится еще 9 дней. В нем будет 7 испытаний, которые открываются постепенно. В каждом из них вы найдете 3 уровня сложности. И для доступа к более высоким, нужно будет набрать в прошлом определенное количество очков. Награда зависит от уровня сложности, и для получения камней истока вам достаточно на обычной заработать 1400 очков. Для того, чтобы приступить к испытаниям, вам нужно будет провести пару диалогов и отдать Кадзухе 3 глазурные лилии. В этих испытаниях вам нужно будет нажимать определенные клавиши в момент, когда круг возле них пожелтеет. Кроме этого, периодически будет падать полоса света, и в момент соприкосновения с кнопкой вам нужно будет зажать ее и удерживать, пока полоса не исчезнет. За серию правильных нажатий будет набиваться множитель очков вверху экрана, а за ошибку он будет обнуляться. Благодаря этой функции вы сможете сильно упростить набор очков для получения наград. Ну а я желаю вам удачной игры на цитре и буду прощаться. Всем спасибо за просмотр и хорошего настроения!